Тверь приехала делегация из Индии для установления культурно-образовательных и деловых связей. В год председательства России в БРИКС в Москве, Московской, Тверской, Самарской областях, а также в Алтайском крае реализуется российский этап международной и межрегиональной социально-культурной и деловой программы «Народы БРИКС выбирают жизнь». О перспективах сотрудничества расскажем далее. Тверская область стала первым регионом-участником программы «Народы БРИКС выбирают жизнь». Знакомство делегации из Индии с Тверской землей началось у памятника Афанасию Никитину, где прошла акция «Афанасий Никитин от Волги до Ганга» с участием школьников и студентов. После этого делегация отправилась в Тверскую гимназию номер 12. Мы приехали по поводу, есть такая организация, которая меня пригласила, это БРИКС «Мир традиций». Они организуют тут несколько мероприятий. Мы встречаемся с детьми, и их хотим пригласить в Индию, чтобы они приехали в Индию, посетили и Индию, посмотрели Индию своими глазами. Для представителей индийской делегации провели специальную экскурсию. Немного рассказали об истории России и традициях тверского образования. Здесь же можно было посетить выставку народного художника Людмилы Юги, учеников художественной школы имени Серова, и посмотреть документальный фильм тверского журналиста Вячеслава Качнова, посвященный тверскому купцу. Главным событием встречи стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Очень значимо, что здесь в гимназии номер 12 было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между региональной общественной организацией «Народы БРИКС выбирают жизнь», управлением образования администрации города Твери и руководителем гимназии номер 12 о взаимном сотрудничестве в сфере культуры, образования и просветительской деятельности. Впереди много новой интересной работы. Она будет полезна как для школьников Твери, так и для школьников в Индии. Теперь взаимодействовать между собой будут гимназия номер 12 и колледж имени Пиланкара, расположенный в местечке Ревданда, куда прибыл знаменитый путешественник Афанасий Никитин. Уже известно, что скоро в Индии также будет установлен памятник тверскому купцу в честь 550-летия его знаменитого путешествия в Индию.